тебе и мне от Бога самого, и может прикоснуться к небу каждый. Господь не перепутал ничего, святое сделав достоянием нашим. Действительно, о благодати речь, и Дух Святой по милости ниспослан. Он может грешные сердца зажечь, чтоб засияли ярко, словно звезды. Когда-то так случилось и со мной. Сопротивлялась я живому Богу, но сердце мне расплавил Дух Святой. Он проложил на небеса дорогу. Учил, берег, любил и обличал. Меня своим присутствием тревожил. Казалось иногда, что он молчал, но делал невозможное возможным. И миловать готов был, и прощать. А я твердила, слушаться не буду. А я не торопилась понимать. Но каждый день происходило чудо. И начала по небу тосковать. И Божьи законы полюбила. И Божьему старалась помогать. И сердце перед Господом открыла. И Божье слово стало дорогим. И от греха хотелось уклониться. И страшно было осуждать других. И пробовала за врагов молиться. Не хвастаюсь, заслуга не моя. За всякий верный шаг Господь мой бился. И разве доброе творила я? Нет, надо мною Дух Святой трудился. О, если Он оставит хоть на час, разруха полная в саду цветущем. Поэтому встаю под Божью власть, где Дух Святой, Господь мой всемогущий. Аминь.